Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее видео посвящено въездным воротам во двор Z-система без роликов и направляющих из серии «Клиентские работы». Напоминаю, что мой канал работает как конструкторское ателье, то есть вы можете заказать не только ворота, а любые другие конструкции, а моя задача – воплотить их в жизнь. Следите за анонсами, на канале будут также представлены новые работы, распашные ворота типа книжка, различные модификации, которые были сделаны в этом сезоне, плюс ангарные высокие ворота высотой 5 метров, ширина 11, это эксклюзив. Также ворота, скажем так, в горизонтальной плоскости, это люки для бассейнов, для оборудования. Ну и в этом году я не мог пройти мимо подъемно-поворотного мангала. В качестве бонуса скину размеры, чертежи, как его сделать самостоятельно. Итак, поехали. Вот такие ворота. Вот так открываются, а вот так закрываются. Раз. И вход уже только через калиточку. Ура! Вот и собачка прибежала порадоваться. Да. Покажи большой палец. Добрый день, Александр. Или добрый вечер. Ну вот, ворота работают так. Сделал дополнительный замок, чтобы внутри закрывать ворота. Ну, приходится рукой подталкивать. Закрываются-то, в принципе, легко. И сейчас покажу, как ворота выглядят снаружи. Все. Линейные привода вот распашные. И замки никакие, ничего не надо. Они уже ворота так не откроются уже. Александр, добрый день. Извините, что долго не снимал видео. Все время работа какая-то. Вот мы автоматизировали ворота. Вот так вот они работают. Приводы стоят от распашных ворот. Сейчас они откроются, я покажу поближе, как мы это сделали. Как мы их тут установили? Приводы стоят параллельно рычагу. Прикрепили мы приводы на вот такую вот металлическую скобу. И тут посадили на болты. И на нее уже вцепили привод. Второй конец привода на рычаге. Вот, рядышком возле ворот. Панель коробка управления приводами. Ну, здесь, в принципе, точно так же все. Вот. Такая же фишечка. И
попробуем закрывать. Я думал, что может быть нет, но в принципе скорость где-то средняя, как и на раздвижных, на распашных воротах. Нормально. Полностью прижимается к стопорам ворота. Ну, как-то вот так вот. В общем, спасибо за ворота. Такая вот ситуация. Всего доброго. Я снимаю, закрывается изнутри. А что, я спокойно здесь калитку закрываю. Давай. Ну, чуть-чуть для настроечки сделаем, да. Все. Теперь? В общем, вот так вот. Ну и поднимаются, соответственно, как и должны, да, практически, да, без усилий. Вот можно рукой подтолкнуть, то есть как бы норм. Мы решили так оставить. Так что вот, показ вот так вот, добились результата. Вот больше не тяни. Все, легко, пальцем. Сейчас с обратной стороны покажу пружину. Ну вот, хорошо.